Овен. Баран, он баран и есть. Всегда прав и не ебет. Проще убить сразу, чем начать с ним спорить. Потому что переспорить Овна возможно только в одном случае. Если он слепо, глухо, немой, без руки и без ноги инвалид. И то есть огромный шанс, что даже в этом случае он все равно покажет вам хуй. Зато Овны честные. Иногда такие честные, что аж зубы сводит. Предельно честно ответит, если вам не идет стрижка или платье полнит. С этим ничего не поделаешь. Придется смириться и любить его, как уже говорилось выше. В домашних делах Овен, как правило, бесполезен. Он умеет генерировать только гениальные идеи, а прахом бытия старается подошв не осквернять. Впрочем, если дать Овну понять, что стрелец моет полы лучше его, костьми, сука, ляжет, но будет каждую субботу канифолить ваш паркет, потому что нет на свете вещи, которую Овен бы стрельцу уступил. С Овном никогда не бывает скучно, этот знак обладает каким-то кармическим, сука, талантом искать приключения на свою прекрасную жопу. Легко и быстро умеет зарабатывать деньги, но бабло, как гордый и принципиальный тип, ненавидит, поэтому старается моментально от него избавиться. При этом, сука, всегда имеет какие-то значки, которые вообще-то гораздо приличнее иметь деве. Из-за непроглядного распиздяйства про значки забывает, что очень на руку сердечному другу Овна, особенно если друг этот близнецы.